Королевский фейк. Президентский, я бы сказал. Вы знаете, что за Петра Алексеевича Порошенко молится сам Папа Римский? Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко. Официальное интернет-представительство. Папа Римский Франциск помолился за Украину и просит благословения для ее народа. Правда. Папа Римский Франциск поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинский народ с 24-й годовщиной независимости. Папа Римский отметил, что обращается к Богу Всемогущему за благословением для президента Украины и всего украинского народа. Российские ресурсы подхватили, НТВ. Папа Римский помолился за Украину и Порошенко. Причем, что интересно, они приводят цитату, в которой Порошенко ни слова. РИА Новости поздравил Петра Порошенко с Днем Независимости. Опять цитата, в которой нет ни слова. Ну и украинские, понятно, понесли. Вот подробности. Благословил Порошенко. Да поможет нам Дева Мария. А где Порошенко? Разоблачается это очень просто. Это вообще, ну очень просто. Радио Ватикана. Также официальная страница. С глубокой тревогой я слежу за конфликтом на востоке Украины, обострившимся в последние недели. Я вновь обращаюсь с призывом, дабы соблюдались обязательства, принятые для достижения перемирия, и с помощью организации людей доброй воли был найден выход из гуманитарной катастрофы в стране. Пусть Господь дарует мир Украине, которая завтра будет отмечать национальный праздник. Да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Точка. Сайт Ватикана. То же самое. Ни слова про президента Украины Петра Порошенко не было. Что мог видеть любой, кто смотрел трансляцию? Вы помните этот старый анекдот, что вот если перефразировать, стоит Папа Римский, с ним Порошенко, и все, а кто это с нашим Порошенко стоит? Ну, попытка придания себе значимости за счет вброса вот таких вот фейков, за меня молится Папа Римский, выглядит немножко жалко. Жалко. И смешно даже, я даже засмеюсь. Вот и все.